Более 6,5 миллиардов рублей выплачено сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии. Так государство решило помочь тем, кто работал в особых условиях. Обязательным условием получения этих средств является работа вахтой в 14-дневной смене. Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей за смену. А если в это время они оказывали помощь заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата доходит до 60 тысяч, сообщает Минтруд Чувашии. Выплаты получили соцработники, педагоги и средние. Средний медперсонал детских домов, домов престарелых и других социальных учреждений, работающих в закрытом режиме в период пандемии.